вкратце по вступительной кампании? Вступительная кампания, она уже началась. Мы по-прежнему имеем право и по результатам ЕГЭ, и будут экзамены. К нам по-прежнему идут и с Украины ребята, которые подадут заявление. Сейчас много мы провели профориентационную работу на материке, много запросов. Есть бюджетные места по всем специальностям. Если у нас не было пару лет по непрофильным, экономике предприятий, учет и ГИД, то сейчас это есть. Вступительная кампания в этом году будет нелегкая, идет серьезная борьба за абитуриентов. Но я думаю, что вот эти вот процедуры, которые прошли у нас признание, они нарабатывают. Кроме того, отраслевые другие специальности, ну, немножко стали востребованнее, и надеюсь, что эта динамика продолжится. В этом году дали бюджетные места и на экономике предприятий, учет и аудит. Если там были только контрактники, это один конкурс. А если есть бюджетные места, я надеюсь, это будет хорошее подспорье. Наши ребята, многие пойдут на бюджетные места. Не изменится ли стоимость для коммерции? И стоимость, конечно, меняется в связи с тем, что когда считают смету, туда закладывают все. И коммуналку, и оплата преподавателя, которая изменяется. Но ранее это была сумма, которая плавала, была плавающая, скажем так, коммерческая. Сейчас мы не имеем права устанавливать менее, чем установило государство для подготовки этого специалиста и сколько оно выделяет. Не имеем права. Поэтому сумма не маленькая.